А у тебя еще и дети поющие, по-моему, да? Как-то? Ну, как поющие? Ну, не профессионально поющие, но поющие. Со слухом и голосом. Ну, я, честно говоря, ну, наверное, я надеюсь. Нет, вот у меня Боря 3-летний, он пошел в хор и получил пятерку по сольфеджио. Но я не думаю, 3-летний ребенок на этом вечернем 18+. Ну, как-то... Нет, есть у меня постарше, есть у меня дети. Да. Вот с ними что-то хотелось бы придумать. Но вот я говорю, именно ты хочу, мы сейчас говорим про 22 число. Да, про 22, про запой. Про запой с Михаилом Ефремовым. Запой, да. Не в том смысле, что. Я, да, я понял. Я думаю, в обоих. Мы же все, это. Вот все думают, что вся публика думает, что мы вот пьем, а мы поем. Выпиваем, а потом поем, да? Поем, потом выпиваем. Но... И там в 22-го будет сначала петь, потом. Ну, кстати, это отличная идея. Вот семейная, как бы, тема, мне кажется, вот действительно. Но я надеюсь, что моя жена Соня, она золотые уши России, как ее называет Дмитрий Дебров. Ну, не забывай добавлять при этом, что я золотая печень России. Вот, и она будет звукорежиссером всей этой штуки, потому что там очень сложно. Хотелось бы, конечно. То есть это все-таки семейный подряд такой? Конечно, семейный. Ну, тогда точно надо детей как-то. Ну, как-то мы используем. Маленьких все-таки пока не хочется еще. Тащить им нет еще 12 и 13 лет. Вот в этом возрасте 12-14 там можно во взрослой жизни. А в самой маленькой это все непонятно будет потом. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».